Звоните в скорую. Больно. Ну, звоните. Больно. Тихо, тихо, тихо. Руды первые. Мне больно. Алло, скорая? У нас тут, похоже, роды тихо, неожиданные. Вы ночью стоите в консультации? Нет. Документов регистрации нет. Да какой папаша? Тихо, тихо, тихо. Я просто мимо пробегал. Роды первые? Центральный бар. Роды первые у да, вас? Да, недалеко от входа. Тихо, 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 тихо. Хорошо, ждем. Сказали, минут через 10. Ничего, ничего, минут 10. Сами беда. Сами беда, я умру. Не умри, у меня мама умерла при родах. Мне сестра тоже. Может быть, на машине быстрее будет, а скоро пока попробуем. Давайте, давайте. Оставайся, оставайся. Давай, давай, давай. Молодец. Мужчины, давайте побыстрее. Игорь. Вот-вот. Что? Меня Игорь зовут, а вас? Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Анна, мы не успеем. Тихо, тихо, вот уже потуги пошли. Давай, давай. Тушься, тушься, тушься. Давай, 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 давай. Вот, молодец, отдыхаем, отдыхаем. Вот-вот-вот, головка пошла, тушься. Давай, вот, молодец, молодец, вот, молодец. Давай, давай, молодец, 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 молодец. Давай, 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 давай. Все, молодец. Молодец, мальчик. Да, все, все хорошо. Давай, давай. Да, 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 все, молодец, молодец, молодец. Спасибо, родная. Спасибо вам, Игорь. Может, пойдете к нам водителем? Нам скорость нужна. Я подумаю. Как вы ловко. Я такое только в кино видел. У нас такое кино каждый день. Хотела домой забежать. Теперь не получится, ладно? Кстати, ну, с учетом того, где мы с вами познакомились. Да. Я собираюсь марафон бежать. Вы как? Могли бы вместе тренироваться. Вы знаете, Игорь, после того, что между нами было, мы просто обязаны тренироваться друг с другом. Ну и хорошо. Тогда до завтра. До завтра. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Новорожденным привет. Доброе утро. Привет. Я вижу, ты хорошо побегала. Оформляй эту красавицу, пока без пульса там разберемся. Михалыч уходит. Лучше главврач, которого я знала. Ань, ну все-таки сколько ему лет? Пора уже. Ну как я вот тут за ним как за каменной стеной? Ну как я теперь наукой-то буду заниматься? Анечка, не волнуйтесь. Вы врач. Вот и занимаетесь чистой медициной, инновациями, исследованиями, и вот даже эти, сейчас очень модно говорить, нанотехнологиями. У нас под домом 100 лет автомойка. Выхожу, написано, наномойка. С ума можно сойти. Так что не переживайте. А хозяйством будет заниматься совершенно другой человек. Спасибо большое. Да. Настоящий администратор от науки.
Всем здрасте. О, не-не-не, забудьте, давайте я. С этого момента вы забудьте о том, что вы умеете открывать шампанское. Это буду делать я. Понятно. Ну что, Андрюш, наливайте. Браво, браво, Андрюш. Браво. Хорошо. Берите, пожалуйста. Ну что, друзья, позвольте вам представить, Андрей Юрьевич, как все вы уже знаете, мой преемник. Ну, я думаю, у нас будет еще время познакомиться. Просто я хотел сказать, что у меня большие планы на реорганизацию нашей клиники. В принципе, если он будет рулить клиникой так же, как шампанское разливает, жизнь этого станет лучше. Я не против. Пациенты будут здоровее. На слишком хорошенький для руководителя. Доход врачей, я думаю, умеет. Хорошенький. Одним словом, я попытаюсь поставить нашу клинику на более коммерческую основу. От этого все выиграют. Какой запах. Слышно с улицы. Пирог сливовый. Борщ. Гордимся? Гордимся. У меня подгорел. У тебя бы подгорел. Ты бы даже плиту забыл включить. Я же вот так замуж выйду, ты же с голоду помрешь. Я иногда вообще удивляюсь, кого я такая хозяюшка. Ты чего? Да. Начальника нового принесло. И как он? Симпатичный? Непонятно. Не знаю, сработаемся ли. Уж больно активный. Так это же отличное качество для мужчины. Ну, а у тебя как дела? У меня? Я влюбилась. Кого? Однокурсника? Педагог. У него ресницы такие. Ну, ресницы, да, это аргумент, конечно. А сколько ему лет? Лет 40, наверное. Не знаю. Но мы же сейчас не про цифры, мы уж про любовь. Ну да. Ой, он такой шутит всю дорогу. Лер, ну 40-то это как-то крепковато. У него семья есть? Может, и есть. Лер. Мам, ну мы еще с ним даже не знакомы. А ты уже с рентгеном к нему бежать готова. Лера, просто 40 – это много. Для кого? Для тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у нас здесь за переполох? Несколько палат становятся коммерческими. По-моему, никто не против. Всем будет прибавка к зарплате. А почему мы дождемся мойки? Вам заняться нечем? Что за дурацкое переселение народов? Переворачивайте все вверх дном. Анечка, поверьте, скоро здесь будет город-сад. Анечка? Мест станет больше. Всем поднимем зарплату, вам в том числе. Спасибо. Пожалуйста, Анна Петровна, хорошего дня. Анна Петровна! Срочно нужны в родблоке, пожалуйста. Что у нас случилось? Ягодичное предлежание. Ну кто? Я интерн, я просто не успел сообщить дежурному врачу. Да ягодичное предлежание, он решил сам здесь рожать, представляете? Вы что здесь делаете без дежурного врача? Пациентку привезли в тяжелом предродовом состоянии, я сам принял решение принимать роды. Вы кто такой, чтобы сам принимать решение? Сам он принял решение. Сейчас мы, миленькая, посмотрим. Давай, давай, Ванечка. Все, все, все. Кесарево делать поздно. Срочно зови педиатра. Угу. Педиатр! Рожать будем, рожать будем. Идите сюда. Да. Тихо, тихо. Так. Хорошо, все, все, все. Дышим, 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 дышим. Молодец. Молодец. Так, тужимся. Давай, 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 давай. Отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Ветер сейчас будет. Смотрите. Идите да, сюда. Да, да, да. Тихо, 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 тихо. Тужимся. Тужимся. Давай, 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 давай. Давай еще немножко, давай. Ты умничка, давай, 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 постараемся, давай. Давай, давай. Все,
вижу, малыш появился, мальчик. Вот, давай, 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 давай. Уже почти. Вот, молодец. Молодец. Сюда идите ко мне. Смотрите. Да, да, иду. Вот, все, все, умница. Молодец, мальчик. Вот, 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 умничка, молодец, молодец. Вот такой вот мальчик у нас плачет, вот. Угу. Декер. Красавчик. Понятно. Как вы себя чувствуете? Ты хороший. Блестящий специалист. Ну что, мир? Мир. Но у меня все равно для вас страшная новость. Нам некоторое время придется поделить этот кабинет вместе. Моим ремонт. Вместе? Но в качестве компенсации я предлагаю обед. Обед. Вот увидите, у нас здесь будет образцовый роддом. А еще бутерброды. Хватит одного. Сюда еще туристов иностранных водить будем на экскурсию. Позвольте. Со временем все исправим, два бизнес-ланча. Все починим. Добрый день. Все сделаем в лучшем виде. Спасибо. Ну, вы только весло не взрывайте, у нас ведь многое хорошего. Не хотелось бы все на туристов поменять. Вас мы оставим, как самое лучшее. Я видел, как вы сегодня принимали роды и понял, о чем мне говорил Михаил Михайлович. Вы гениальный врач. Но это скучное администрирование оставьте мне. Ладно? Приятно писать. И где ее история болезни? Так, мужчины, подождите, пожалуйста, здесь. Хорошо. Хорошо? Давайте документы. Боже упаси, Соня, не ставьте грязь. Ой, а что происходит? Нам велено перекрасить тут стены из грязно-желтого извините. В нежно-салатовый. Прости, кем велено? Да что ж за наказание. Андрей Юрьевич, вы в своем уме? У нас полный роддом рожениц. Какой ремонт? Какие краски? Краски? Краски отличные, быстросохнущие, без запаха. Роженицы даже не заметят. Тем более они не красить пришли. Стены обмерить, красить потом. А во время мойки ремонт нельзя сделать? Соня, проводите к объекту. Конечно, за мной. Берись ремянку, пожалуйста. Анна Петровна, вы извините, у меня там контейнер с оборудованием разгружают. Надо проследить. Вы знаете, такое отличное место вошло. Начнем оттуда. Оптом по дешевке. Ну, мало ли. На втором этаже. Надо обо всем позаботиться. Рулетку достань. Такой энергичный. Прям хоть батарейки от него заряжай. Ну, не заводись. Ничего он плохого не делает. Поэтому не кипи. Нет, ну, в общем, он мне нравится, конечно. Я против. Я... Привет. Привет. Я против, когда меняется устоявшийся порядок годами. Годами. Да. Ну, наконец-то вернулись наши врачихи. Ну, девочки, ну мы вас целый час ждем. Ну, нельзя так ну, много работать. Люсь, но бывший все же должен помогать. Дети же его. Ой, он никогда ими не интересовался. Правильно, Люсь. Да бог с ним пусть катится. Да, бог с ним. Как это бог с ним? Да животные своих детей выкармливают, а этот... Вот именно. Девочки, я вам не мешаю. Ой, Нин, какой же у тебя муж, ну, прям родной человек. А мне вечно какие-то недоделанные попадаются. Лючика, зато у тебя мальчики прекрасные. Ой, это точно, мальчики у меня чудо. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ой, да не нужны мне его деньги. Я хоть и медсестра, а получаю больше, чем он. У нас ведь столько платят, не то, что у вас. Ты не понимаешь, стоило этот диплом получать? Люсь, ты знаешь, мы идейные. Идейные дуры вы, вот вы кто. А я ведь судьбу свою встретила. Опять. Миллионера. Опять? Вот зря смеетесь. Зря. Я ведь о подруге подумала. Угу. У нас хирург новый появился. Такой хороший. Синие глаза. Начинается. Синие, Аня. Синие. Надо брать. Надо брать.
Послушай, он не женатый, разведенный, идеальный. Давайте с ним познакомлю. Люсь, угомонись. Ты слышала? Угомонись. Аня! Ты когда последний раз на свидание ходила, а? Я не помню, когда она была на свидании. Я не помню. Аня, иди сюда. Сюда иди. Посмотри на нее. На кого ты похожа? Что это, джинсики и кофточка? Надо быть оригинальной. Конечно. Тогда мужчины к тебе потянутся. Конечно. Как-то накрутись. Я уже все. Что все? На свидание отходилась. Платье надень. Аня! А? Здравствуйте. Ой, Игорь, здравствуйте. Меня так напугали. Простите. Поздновато вы и без зонта. Ну да. А мы каждую пятницу с однокурсницами встречаемся. Вот такая у нас традиция. Здорово. Засиделись. А я уже забыл, когда последний раз однокурсников видел. Зато с одноклассниками вместе на рыбалку ездим. О, у меня папа рыбалку любил, брал меня с собой. Хотите, я вас тоже с собой возьму? Не уверена. А вы такой прям молодец. Бегаете, рыбачите. Я еще и гуляю по вечерам. И рожениц спасаете. Такой прям супермен. Моя бывшая жена так и считала. Давно разошлись? Полгода. Ну, по сути, года полтора. Угу. Ей хотелось престижного мужа, а я что? Что? Инженер-технолог, нефтепереработка, трубы, оборудование. Не прославишься. Думаете, престижного, недоброго и умного, заботливого? Я, конечно, был не очень заботливый, а она от этого страдала. Потом перестала доверять, а когда пропадает доверие, это все конец. Вы так спокойно об этом говорите, обычно бывших ругают. Что? За что мне ругать? Она прекрасный человек, а я мужем был не ахти. Работал много, внимания ей практически не уделял. Детей не завели, в общем, все было как-то. Сумбурно и несерьезно. Ну вот, пришли. Значит, вы здесь живете. Угу. Аня, знаете, мне кажется, что наши с вами встречи явно не случайны, как вы считаете? Игорь, вы очень симпатичный человек. Но давайте будем просто готовиться к марафону. Знаете, у меня такая жизнь. Работа, дочь, мне перемен ни к чему, а вот соратник мне не повредит. Я все понял. Значит, будем просто готовиться к марафону. Угу. До свидания. До свидания. Анна Петровна? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что случилось? Ну так чудесно. Обалдеть. Верка, куда вы идете? Вы слышите? А куда? Аня, что это такое? Какие, ничего? Ничего? Это просто отпад. Спасибо. Ого. Так, интересно, это в честь чего так? Ну... Просто вы меня с Люськой достали. Доброе утро. Аня, ну как мне теперь с вами работать? Вы знаете, акушер не имеет права быть таким красивым. Чашку мою лучше ставить на подставку, и халат должен висеть в шкафу.
Слушайте, не выгулить такое платье и прическу – это просто преступление. Я вас приглашаю в одно очень интересное местечко. Яблочко хотите? Яблочко хотите. Андрей, сегодня очень много пациентов. Никуда ваши пациенты не денутся. Отдыхать тоже нужно, это я вам как врач говорю. Ну, давайте сходим. Анализы отличные. Все идет прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, нам с тобой предстоят идеальные роды. Спасибо. Животик опустился, в любой момент могут начаться схватки. Это опасно? Да все будет хорошо. Только не тяни. Хорошо. Я тогда завтра позвоню и приеду, да? А то дела еще кое-какие нужно решить дома, по работе. Угу. Завтра жду на госпитализацию. Договорились? Это чудо-добавка. Пьешь 10 дней, и шансы забеременеть в разы вырастают. Ой, Люсь, ты еще соды попей. Она вообще от всего помогает. Посмотри, миленько так написали, специально, чтобы никто не прочел. Да ладно. Подорожник. Измельченный сухой подорожник. Все, больше тут ничего нет. Вот как? Вот как, скажи, как бедной, честной женщине прожить в этом жестоком мире? Действительно, подорожник. Моя девочка. Верина, она из опять пропали. Лично на этой смене что-то не так. Привет, Люсь. Вау. Обалдеть! А ты чё так хорошо выглядишь, а? Она влюбилась. Да ладно, в кого? Мужик хороший, богатый. Давай, давай, рассказывай, Люся. Сразу прям влюбилась, но нравится мне один главврач Андрей. Ой, Андрей? Главврач? Ой. Очень хорошее место, я тебе гарантирую, Ваня. Здорово, брат. Привет. Что сегодня будем пить? Ты что будешь? Вино, водку? Вино. Давай, водку мне, даме. Ну как вообще, тебе здесь нравится? Зажим. Тампон. Извлекаем. Зашиваем. Слабенький. 6-7 баллов, так что полежит к УВЗе под наблюдением.
С этого момента, Аня, вы мой герой. Спасибо. Такое мастерство, там же шансов совсем не было. Знаете, с этими домашними родами все как с ума посходили. Это точно. Как главврач, прописываю вам успокоительное. А, не откажусь. Все-таки самое приятное в нашей профессии, знаете, это что... когда после родов снимаешь перчатки. Такое облегчение. Вы просто врач от Бога. Позвольте расцеловать ваши руки. Покайтесь, маменька, во всех грехах, и ничего вам за это не будет. Мирка. Я влюбилась. Так, ну-ка, стоп. Это надо зафиксировать срочно. Марафонец? Нет. Коллега по работе. Мне кажется, это оно. Что, тетя Люся счастлива? О, еще бы. Ну, у тебя как? Ой, у меня вообще анекдот. До сих пор не могу с тем преподавателем познакомиться. Ну, Лер, ему 40, тебе 18. Понимаешь, что это вообще, ну, не серьезно. Мам, ну это ж смешно. Я шучу над ним, он смеется. Ну так не доводи старика. Вот увидишь. Я найду способ, как с ним познакомиться. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, я тут, знаешь, что подумала? Да. А приходите ко мне как-нибудь в гости. Я вас с дочкой познакомлю. Ну, как я могу отказаться от такого заманчивого предложения? Я за. Она очень вкусно готовит. Вам понравится. Да не поведется он. Я тебе говорю. Не мешай. Смотри. Девушка, давайте я вам помогу, я будущий врач. Ты идиот? Мы тут все будущие врачи. Все ясно, болевой шок. Диагностик. От судьбы не уйдешь. Да, без ремня и правда далеко не уйдешь. Ни от судьбы, ни от ремонта. Вы, конечно, можете совсем от нее избавиться, но давайте дадим сумке второй шанс. Тут неподалеку есть мастерская. Я вас провожу, а то мало ли куда вас еще судьба заведет. Пойдемте. Сначала пятка. А потом плавный перекат на основную часть стопы. Вот так правильно. Если с носка начинать, это лишняя нагрузка на опорно-двигательный аппарат.
Ну, как Википедия. У нормальных людей это называется ноги. Кстати, и кроссовки нужны другие. Да? Эти не годятся. Привет. Спасибо большое. Ух ты. Нравится? Да, я очень люблю украшения ручной работы. Раньше сама их делала. Слушай, ты же мне обещал со своими друзьями познакомить. Я думаю, пока не стоит. Они все сплошь циничные и неприятные люди, они тебе не понравятся. Так, первый ком. С какой попытки? С третьей. Я боюсь ужасно. У меня предчувствие какое-то. Предчувствие ерунда. Мне вас знакомая посоветовала. Сказала, что вы ей жизнь спасли. Значит, и я рожу, да? Правда? Родите, куда вы денете? Раздевайтесь. Пройдем полное обследование и будем готовиться. Сейчас сдадим с вами все анализы. Еще родим. Ну, а дальше? В общем, потом этот профессор мне 2 месяца на занятия не пускал. Приходилось проникать туда инкогнито. Обидчивый был старый дуралей. Я бы сейчас с удовольствием с тобой проникла бы куда-нибудь инкогнито. Или не сейчас, а вечером. А ты пробовала здесь фисташковое мороженое? Я не помню. Не помнишь? Значит, не пробовала. Такое не сбывается. Будьте добры, 2 фисташковых мороженых. Мы один раз на анатомичке такой десерт соорудили. Надеюсь, ты не брезгливый, потому что мы там взяли... Давай поедем ко мне домой. Или сходим куда-нибудь, я соскучилась. Как жаль, я не могу ни сегодня, ни завтра. Дела. Какие? Ну, очень серьезно, никак не вырваться. Извини. А послезавтра? Послезавтра постараюсь. Я не могу сказать, что все закончилось, но как-то все... Понимаешь, Люсь, как-то все медленно, что ли? Я не знаю. Аня, я тебе сразу говорила, Андрей этот не твой герой. Не нужно, это не ставь, я такой не ем. Я буду ставь. Я тебе не даю, я Ане даю. Муж должен быть вот такой, как мой Витек. Спокойный, надежный. Желательно, чтобы ты его давно знала. А этот плейбой, нет, нам такой не подходит. Люсь. Ты знаешь, Нин, сложно в нашем возрасте найти человека, которого знаешь всю жизнь. Ну, я понимаю, но Андрей... И вообще, Ань, нормальный спад. Это нормально, когда долго-долго или вообще может завянуть. Ты думаешь? Завянуть. В нашем возрасте любой мужичонка хорош. Ну, что ж, то плейбой. Правда, за него замуж не выйдешь. Но главное, как говорится, не выяснять отношений. Угу. Вот и все. Да. А, кстати, вот ты рассказывала этот Игорь. Игорь? Игорь! Очень хороший мужчина. Обрати на него внимание. Такой положительный весь. Игорь, девочки, прекрасно разбирается в кроссовках и правильной постановке пятки при беге и ходьбе. А это важно. Это очень важно. Девочки. Мне так Андрей нравится. Держи, билет у меня или у тебя? Не знаю.
Прости, прости меня, пожалуйста. Слушай, я всегда мечтала это сделать, но порядочным девушкам было нельзя. Подожди. Немного подождем, для меня это, знаешь, все, что происходит, как-то немного неожиданно серьезно. Я хочу, чтобы это все было по-настоящему, но давай немного подождем, мне нужно время. Ладно, раз кино все равно не заладилось, пойдем, мне надо переодеться, а потом я тебя провожу. Ну, кино уже отменяется чуть-чуть. Я пить хочу. По дороге заедем в какое-нибудь кафе. Ну, все уже закрыто. Тебе что, чаю жалко? Никогда не происходило ничего более прекрасного, чем ты. Надо будет тебя сегодня с моей мамой познакомить. Не, сегодня я не могу, я работаю допоздна. А с твоей мамой я обязательно познакомлюсь. Я тебе обещаю. Доброе утро. Доброе утро. Я подумал, что сама вы их купите себе лет через 100. А к тому моменту мы уже точно марафон пробежать не сможем. Поэтому решил взять инициативу на себя. Игорь, я очень тронута вашим вниманием, но я не смогу ответить вам подобным. Не нужен мне никакой ответ, не выдумывайте. Давайте будем считать, что я ваш личный тренер, и мне нужна компания. Переобувайтесь. Спасибо. Ну что, как раз? В самый раз. Ну вот, совсем другое дело. Да, одни. Угу. Послушайте, я буду присутствовать на родах. Мы со Светой уже договорились. А вы кто, простите? Я муж. А, муж. Да. Ну а почему нет? Это обычная практика, желание похвальное. Ну, я бы поддержал. Да. Прошу прощения, как вас зовут? Меня Костя. А, Константин. Вы знаете, мне кажется, нам будет просто не до вас. Не мужское это дело присутствовать на родах. Там такой антураж, нервная обстановка, знаете ли. Ну и пусть. Я отец и имею полное право. Согласен. Я хотел вас спросить, вы не очень обидитесь, если мы будем заняты родами и не сможем вам уделить время и не вызовем помощь, когда вы упадете в обморок? Послушайте, я не трус какой-нибудь. Нет, трус, вы все так говорите, когда дело доходит, так открою вам секрет. Мужчины очень хрупкие создания. Вот вы так все говорите, дело не в трусости, а потом берете и падаете. Ну, вообще-то я тоже мужчина и пока еще ни разу в обморок не падал. Держался как-то. Я думаю, Константин тоже справится. Да. Давайте пока оставим девушек одних, им есть чем заняться, ну а мы с вами это обсудим. Хорошо. Да, Андрею Юрьевичу ему виднее, Константин. Так, ну теперь о главном. Угу. Витамины принимаем? Да. Андрей. А. Слушай, ничего, что я так вот не круто я с этим Костей. Есть немного. Что тебе жалко? Ну пускай поучаствует в родах. Ну пускай поучаствует. Я так устала. Работа, дом, работа, дом. Ну да, такой график, что любой может устать. Может, сходим куда-нибудь? Погуляем или в кафе, или к тебе, или ко мне. Я очень сожалею, но никак не могу. Я тебе говорил уже, у меня появилась причина. Но как только первый человек, который об этом узнает, будешь ты.
В общем, так весь месяц ничего не происходит. Как 17-летняя девочка, бегаю за ним. Андрей, давай созвонимся. Сегодня не можешь, давай завтра. Прям себя не узнаю. Может, у него завелся кто-нибудь? Нин, да ты что? Ну, он целый день на работе. Или в институте преподает. Когда? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Угу. Да. Тем быстрее ее губим. Аня, прекрати. Да, прекрати. Прекрати. Девочки, он такой классный. Мамочка, ты себе представить не можешь, какой он. Я даже не сомневаюсь, что самый лучший на свете. Я его так люблю. Я такая счастливая. А я счастлива, что ты счастлива. Жалко, что мы никак с женихами не пересечемся. М? Вот синяя. Лер, ну, ты там будь поосторожней со своим этим педагогом, преподавателем. Ну, ты понимаешь, о чем? Если честно, уже нет. Что нет? Ну, я уже не слишком осторожна. Я беременна. Что с вами? Километр остался. Нервы на пределе. Сил нет. Ой, я почти не сплю просто. Сейчас. Ой, не могу. Случилось что-то? А? На работе. Может, вам отпуск взять? У дочери роман с преподавателем. И мне это все очень чрезвычайно не нравится. Ну, девочки имеют такое свойство вырастать. Влюбляются, заводят романы. Это нормально. Для мамы, конечно, это всегда полная неожиданность. Но, насколько я понимаю, ей же 18 лет тоже есть? Есть. И беременность уже есть. Ух ты. А вот это уже серьезно. Именно. А я об этом человеке ничего не знаю. Представляете, ему 40 лет, она девочка совсем. Слушайте, может, давайте лучше я, а? Поговорим с ним по-мужски. Нет-нет-нет, я сама, спасибо, Игорь. Я все привыкла решать сама. Справлюсь, спасибо. Не доверяйте. Простите, жизнь научила. Доверяю теперь только самой себе. Понятно. Возражать, видимо, бесполезно. Лера, а вдруг он растеряется? Ну, все-таки мужчина не всегда бывает в восторге от таких новостей. Но вдруг скажет, это вообще не его проблема. Мам, он никогда так не скажет. Я его очень хорошо знаю. Андрей меня любит и никогда не бросит. Знаешь, по моему опыту... Мам, у меня теперь опыт свой. У меня для тебя сюрприз. Какой красивый. Спасибо. У меня для тебя тоже сюрприз есть. Какой?
Закрой глаза. Ладно, я пошутила, не закрывай. Чувствуешь? А что я должен почувствовать? Тепло. Там маленький Андрюш. Я беременна. Сколько себя помню, я всегда боялся этого. Панически. А сейчас? Ну, ты мой хороший. Я счастлив. Очень счастлив. Ну, это правильно. Как ты себя чувствуешь? Да хорошо. Ты понимаешь, тебе придется академ брать? Разберемся, не волнуйся. Угу. И ты переезжаешь ко мне. Нам нужно пожениться. Нам срочно нужно пожениться. Я еще тебя с мамой со своей познакомлю. Тебе такое предстоит. Это рентген всего человека, особенно мозга. А маме сколько лет? А, ну да. Ну ничего, я, конечно, старый, но придется брать обаяние. Буду хвалить ей пирожки, варенье, надо купить ей цветы. Она не печет пирожков. А поговорить придется. Что-то я волнуюсь, ну ничего, главное, чтобы она мне тебя на растерзание отдала. Так ты к чему? Ты помнишь, вы с Витькой, когда в отпуск уехали, у меня первые роды, роженица умерла. Помнишь? Ну, конечно, помню, Ань. И как ты рыдала в трубку, помню, как Лерку удочерила. Слушай, у меня все нормально с памятью. Я, конечно, может, девушка уже не очень молодая, но, знаешь, еще вменяемая. А чего ты о ней вспомнила? Аня, ку-ку, сосредоточься, я тебе вопрос задала. Лерка беременна. Да ты что? От этого преподавателя? Ага, я вот историю матери нашла. Угу. Поздний гистоз и отек мозга? А у Лерки есть отеки на лице? Кажется, да. Соленая ест килограмм мне, бедные почки. Надо немедленно гнать ее на обследование. Дело 100% того, что патология может повториться. Ань, ну, знаешь, но, конечно, перестраховаться нужно. Подожди. Какой гистоз, а? Какие роды? И вообще нужно немедленно прерывание делать, Аня. А преподавателя этого засудить. Просто его, негодяя, засудить. За растление несовершеннолетних. Подонок. Негодяй и подонок. Они типа любят друг друга, понимаешь? Типа что они делают друг с другом? Ему 40, ей 18. Какая любовь может быть, кроме отеческой? Анечка, Ань. Ты его хотя бы видела? Нет. Обещали зайти познакомиться. Все будет хорошо. Мы же пытались забеременеть несколько лет, представляете? Угу. Вот, никак не получалось. У меня муж даже на развод хотел подать. Говорит, зачем тебе бесплодный? Найди себе здорового. Додумался? Ой, потом с третьей попытки эко получилось. Знаете, до сих пор не верится. Мы же с мужем даже придумали имена близнецам. Хотите, скажу, как мы решили их назвать? Настя, а? Я вот о чем хотела бы поговорить с вами. Вы знаете, что у вас патология почек. Ну да. Вот беременность дала такое осложнение на почке, что происходит неконтролируемое повышение давления. То есть что-то не так? Да, Настя, не так. И решением консилиума, чтобы спасти вашу жизнь, мы должны прервать беременность. Как прервать? Нет, я не буду ничего прерывать. Я ничего прерывать не буду. Вы же знаете, сколько мы ждали этого ребенка. Как я могу прервать беременность, если мы так долго... Настя, сейчас перед нами стоит реальная угроза вашей жизни, понимаете? И вашей близнецов. Вы это понимаете? Мы сейчас
должны в первую очередь думать о вашем здоровье. А вы уверены, что ничего нельзя сделать? К сожалению, я уверена. И не я одна. Мы сейчас будем с вами сильными. Настя, все будет хорошо, я буду с вами. Да. Привет. Привет. Ну, мой милый. Вкуснятина. Да. Что-то мрачное. Люсь, вот скажи мне, с Андреем как-то все вяло развивается. Скажи мне честно, может, я старая? Здрасте, приехали. Ну ты что, в 40 лет жизнь только начинается. Ну, как в этом известном фильме говорили-то? Да это в фильме, это жизнь. Ну, смотри, как у Лерки все быстро. Раз, забеременела. Какого-то педагога, которого я даже не видела. А у меня, смотри, с Андреем все наоборот. Как-то все застыло на этой романтической фазе. Ну, скажи, а что-то было у вас, а? Нет. Ничего такого особенного и не было. Ну, так. Гуляли, в клуб пригласил меня, с друзьями познакомил. Все. Вот помню, у меня был случай. Люсь, мне кажется, если вот взрослых людей очень много романтики, это как-то ненормально. А ну-ка расскажи мне поподробнее про вашу романтику. Ну, он очень мил. Мне так. Даже нравится. Вот кормит меня завтраками после дежурства. На обед приглашает. Цветы в вазу ставят, как будто бы мне. В общем-то, мне жаловаться не на что, но... Завтраки, цветы, тоска. Люсь, правда, тоска. Именно заниженная самооценка, но мне это нравится. Хотя, с другой стороны, я как врач считаю, что если у взрослых людей все очень медленно и нерешительно, это ненормально. Вот именно! Вот именно! Как-то вот, понимаешь, когда медленно, это очень подозрительно. Может, он больной? Нет. А что, вот у меня случай был. Ухаживал за мной один. Целый год, представляешь, год. По ресторанам водил, в театры, консерватории. А потом говорит, я импотент. Да. Нет, он не такой. У него, он такой милый, слишком много девушек знаком. Это тоже очень подозрительно, когда слишком много девушек. Мужчина должен быть напористым. Он тебе уже давно должен был сделать предложение. Такой звезде, как ты. Да. Да. А может быть, он женат? Да нет. Да нет, не женат. А что там у Лерки с пенсионером? Любовь у нее с пенсионером. Вот я не понимаю, вот хоть убей, не понимаю, но ты же мать. Как ты до сих пор с ним не познакомилась? Ты же мать. Вот смотрите, здесь галочка. Я ничего подписывать не буду. Да кстати, от меня! Женщина, это обычное самое согласие на госпитализацию, на использование лекарств. Все его подписывают. А я вам не все, понятно? Так, позовите мне главного. Главного вам не надо мне немедленно! Девушка, вам нельзя нервничать. Вы сейчас себе же хуже сделаете. Сейчас доктор придет, все дело? Вам объяснит. Здравствуйте. Вот не хочет подписывать. Так, вы главный, да? Да. Прекрасно. Мне нужно письменное подтверждение, что ребенку не буду перерезать пуповину до того, как я разрешу. И никаких перчаток. И еще плаценту отдадут мне. Давайте мы сейчас успокоимся, я вас посмотрю. Смотрите себя! Было бы еще на что смотреть. Ой, 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 ой. Вам надо лечь, потому что, может быть, вам сидеть уже нельзя, понимаете? Я сказала, подпишите бумагу! А я сама решу, сидеть мне или лежать. И никаких уколов, слышите? Так и запишите, никаких уколов. Здравствуйте, я главврач, об этих вопросах лучше со мной. Вы представляете, не хотят подписывать документы, собираются меня осматривать. А я, может быть, не хочу уколов? Ну поймите, но нельзя пуповину сразу перерезать, и плаценту нужно мне отдать. Я даже заявление привезла из дома, его не подписывают. Я вас очень хорошо понимаю, мы подпишем все, что вам нужно. Где ваше заявление? Вот. Хорошо, так. Все будет хорошо. Я прямо здесь сейчас при вас подпишу это, но медсестре нужно взять кровь на анализ. Ой-о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 й-
Ой-ой-ой, мамочки, не надо! Давайте посмотрим вас, давайте. Все? Все замечательно. Все хорошо.
Все полное, надо ехать. А? Вы знаете, правда, здесь неудобно. Давайте переместимся в родблок. Только сами вы не пойдете, вас повезут на каток, хорошо? А ваше заявление, которое я подписала, я рядом с вами положу, хорошо? Так, доктор, только вы никуда не уйдете. Хорошо, я буду с вами до конца. Ну, то есть до самого начала. Хорошо? Да? Поехали. Ой. Каталку. Доктор, я скоро прям, ну, дрожу. У меня там все в порядке. Абсолютно все в порядке. Мы для этого и собрались, чтобы у вас все было в порядке. Ой, мамочки, рожаю. Страшно так. Зачем я с этим Васькой связалась? Красотка поздно спохватилась. Сонь. Давайте подпишите наши бумаги, а то мы ваши бумаги подписали, а вы наши нет. И давайте я резиночку вас сниму, у нас в родблоке примета такая, чтобы ребеночек легче шел. Просто дипломат. Министр иностранных дел. Я за раздельное питание. Плохой полицейский, хороший полицейский. Давай. Еще чуть-чуть, давай, головка пошла, давай. Умничка, молодец. Все, отдыхаем. Подождите, вот стоп, я же обещал. Скорее бери. Спасибо вам, доктор. Самый лучший доктор на свете. Роды принимала я, лучше доктор ты. Пуповина не обрезана, плацента ваша. Ну, пациенту еще родить надо. Давайте потужимся. Давайте. Вот, умничка. Все. Молодец. Все, молодец. Аня, слушай, что-то я себя плохо чувствую. Вообще, как какое-то прям старое пожеванное пальто. У тебя нет этого витамина С? Может, и давление ты не мерила? Сегодня магнитные бури обещали. Вас в приемную вызывают, там буйная какая-то. Прости меня сейчас. Ничего. Ай-яй-яй. Ну-ка, так сюда. А вы это делаешь, я вкусно, между прочим. Мам, ты в норме вообще? Да. У тебя отеки. Какие отеки? Я прекрасно себя чувствую. Завтра же приходи обследоваться. Начинается. Лер, тебе надо взвешиваться каждый день. И диету соблюдать. Мам, какая диета? Объясни. Какая диета? У меня живота еще даже не видно. Специальная диета. Я врач с огромным опытом, но он, к сожалению, нерадостный. Ты предсказуемая до зевоты. Я просто забыла, что вы людей с ровным давлением спасаете, а детей своих при первой возможности пичкаете антибиотиками. Лера, у меня есть причина волноваться. Мам, ты меня родила? Ну вот и я рожу. А я пока пойду погуляю. Надеюсь, у меня от этого лишние килограммы не прибавятся. Так давай прямо сейчас. Мама дома. Прямо сейчас? Ну да. Ну что, вот так вот без приглашений, без церемоний? Какие уже церемонии? Моя мама, кстати, очень хорошая. Просто она очень хочет посмотреть в глаза отцу своего будущего внука. Я бы тоже на ее месте хотел. А еще бы я хотел открутить ему голову. Ну хорошо. Давай тогда не прямо сейчас. Надо хоть как-то подготовиться, цветы купить. Подумать. Давай в четверг. Хорошо, я предупрежу ее. А ты можешь совершить для меня маленький подвиг? Полюбить твою маму как родную? Видишь шарик на дереве? Можешь достать его для меня? Лучше бы ты хотел соленых огурцов, это я тебе как доктор говорю. Но с шариком я справлюсь. Ну, давай. Хорошо, ты не ушибся. Я герой. Любите меня. Ну что, как сегодня? Уже легче, но все равно тяжело. Ничего. Бег, если его правильно использовать, помогает в любых проблемах. Если что-то гнетет, надо освободиться, найти выход. Иначе психика давит на тело и
не дает ему расслабиться. Для меня вот бег уже давно единственное лекарство. Ну, чтобы этим лекарством воспользоваться, нужно еще силы найти. Ерунда. Силы как раз они от бега и приходят. Чем больше бегаешь, тем больше сил. Прям какой-то бегун, наркоман. Не без этого. Догоняйте. А я вам говорю, я уже принял решение. То есть мы приняли решение. Константин, мне кажется, вам лучше будет подождать за дверью. Конечно. Мы знаем свое дело, нам помощники не нужны. Нам будет просто не до вас, поверьте. Роды – это серьезный физиологический процесс. И надо дать возможность мамочке не держать лицо перед своим мужем, а свободно рожать. Понимаете? Рожать. Да, да. И даже если у нас все пойдет идеально, а я уверена, у нас будет все прекрасно, ничего романтического в родах нет, поверьте. Давайте. Я знаю, я читал. И все-таки я обязан быть рядом с будущим ребенком. Да бог с вами, присутствуйте. Но если вы пойдете в обморок, я вами заниматься не буду. И не надо. Так, вот мой мобильный. Пускай звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Анечка, можно на минутку? Извините. Слушай, хочу сегодня пораньше с работы уйти. Лерка соизволила меня познакомить со своим женихом. Жду не дождусь. Аня. Ну, ладно, ладно, не бойся. Не буду я его трогать. Просто посмотрю в его честные глаза. Я беременна. Нинка, вы с ума сошли? Ну, поздравляю. Да, конечно. С чем тут поздравлять? Мне бабушкой пора становиться, а тут здравствуйте, молодая мать. Это куром на смех. Засмеют нас, люди засмеют. Слушай, ну перестань. Я хочу тебе еще кое-что сказать. Ну? Мне кажется, Витя мой мне изменяет. Да брось ты. Твой Витька самый верный муж на свете, вернее, не бывает. Вы же детского сада с ним вместе. У вас даже можно у кого-то одного анализ крови брать. А я сейчас не смеюсь. Постоянно на работе задерживается. Бесконечно какие-то непонятные звонки. Мы с ним ругаемся каждый день. А тут теперь еще и это. В общем, так. Я буду делать аборт. Сделать его надо быстро, чтобы об этом никто не узнал. Нин, давай мы с тобой поступим так. Сядь. Сядь, сядь, сядь. Да сядь. Мы сейчас с тобой успокоимся. Все как следует обдумаем. Попей водички. Я все решила уже. Ну хорошо, я не могу сейчас с тобой в коридоре на эту тему разговаривать. Нет. Но есть еще время, мы все успеем. Сделаем, сделаем. Пей. Сделаем. Насте резко стало плохо, лекарства не действуют. Какой Настя? У которой эко? Ну да, у нее уже угроза. Ты что, пойдем, пойдем. Алло. Послушай, Настя, у которой эко, ей очень плохо. Я возвращаюсь. Мам! Мам, смотри, кого я тебе привела! Мам! Ее задержали, видимо, на работе. Она у меня врач очень крутой, я не говорила. Ну… Проходи. Прохожу. И чувствую себя как дома. Я говорю, ничего вообще было. Не дано рожать, не рожай. Зачем это эко было надо делать, а? Соня! Готовимся к кесареву. Какое давление?
А это мой фирменный шоколадный торт. Я думаю, ты такого ни разу не пробовал. Держи. Такая ты смешная. Бигли? Да. Такая смешная. А это у тебя кто? Это моя мама. Такая у тебя мама молодая. Врач, говоришь? Да, постоянно в своей больнице зависает. Она у меня супер врач. Только не говори, что у тебя аллергия на шоколад. Не-не, я очень, очень люблю шоколадный торт. Всю жизнь мечтала о нем. А мама скоро придет? Да не знаю, я его звоню-звоню, она трубку не берет. У нее опять, наверное, какие-то роды сложные. У них такое бывает. Возвлекаем первого ребенка. Зажим. Состояние матери. Критическое. Зажим. Мама не отвечает. У нее опять, наверное, какие-то проблемы на работе. Это ничего, нам все равно придется с ней познакомиться. Раз у нас с тобой все так серьезно. А у нас что с тобой, прям свадьба будет? Там белое платье, фата, все дела. Обязательно. Вау. Прямо завтра пойдем в ЗАГС. Надо заявление подать. Там все равно месяц ждать надо. Но это даже хорошо. Я как раз кое-какие свои дела улажу. Какие? Я хочу начать нашу семейную жизнь с чистого листа. Для меня это очень важно. Совершенно новая жизнь. Не понимаю. У меня и так жизнь чистого листа. Это потому, что ты чистая и прекрасная. И молодая, а я старый пень. Ладно, я пойду. А ты завтра паспорт не забудь. У тебя же уже есть паспорт? Об этом надо было раньше думать. Маме пока ничего не говори, хорошо? Надо это как-то торжественно. Ну, я пошел. Извлекаем второго ребенка. Ребенок мертв. Давление. Давление падает. Чьем? Нин, у Лерки ведь такой же диагноз. Ой, Ань, уговори ее сделать прерывание. Веришь, я не могу. Это я виновата. Не надо было мне время терять, не надо было тебе звонить. Могла попросить какую-нибудь санитарку и заниматься этой Настей. Перестань, Нин. Сколько у тебя этих родов-то было? Ты сделала все, что могла, сделала все правильно. А судьбу ее нельзя переиграть. Вот это очень жаль. Но если судьба преподносит подарок, ты же знаешь, как я отношусь к абортам? Оставь ее. Или его. Но если хочет родиться, пусть родится. Ань, давай, ты будешь девочек в приемной уговаривать. Меня не надо. Пальчики такие маленькие. А гукать будет.
как они пахнут. Ты помнишь? Займись своей Лерой. И если ты мне аборт не сделаешь, пойду к другому врачу. Привет. Привет. Мы с Андреем чай допили. И торт весь съели. Ну, правда, в основном я съела, но это не важно. Ну, прости меня, развернулись с полдороги сложная операция. Да я все понимаю. А Андрей, кстати, предложил завтра в ЗАГС пойти. Почему завтра? Ну, он, правда, просил тебя пока ничего не говорить. Лера, если это очень не нравится. Я честно не понимаю, почему надо скрывать, что вы женитесь от меня, от всех окружающих. Эта ситуация выглядит уже вопиющей. А кто скрывает-то? Как такое скроешь? Да, действительно. Мам, ну он просто очень романтичный. Он хочет к тебе там прийти в костюмчике, с цветами. Почему ты во всем видишь какую-то опасность? Мне зачем тут нужен в костюме и с цветами? Объясни мне, пожалуйста. Так дай мне телефон его мобильный. Поговорю с этим загадочным принцем. Я-то найду, о чем с ним побеседовать. Давай. Да не надо с ним ни о чем беседовать, тем более в таком настроении. Я не понимаю, почему нельзя просто порадоваться? Лера, чему? Чему я должна радоваться? Что моя дочь обрюхатил какой-то старый маразматик? Он, между прочим, на 2 года моложе тебя. А, на 2 года моложе меня, ну да. Это меняет дело. Мам. Мам, ну я не хочу все портить перед свадьбой. Господи, свадьбой. Ну я же тебе говорила, мы завтра в ЗАГС собираемся. Лера, как такое вообще возможно? Моя дочь беременная собирается замуж за человека, которого я вообще не видела. Как такое возможно? Знаешь, мам, если бы ты вовремя приехала, ты бы его увидела. Тебе, по-моему, самой это не очень нужно. Лерочка, ну я собиралась прийти. Я же тебе объяснила. Тебе больница важнее родной дочери. Я пойду погуляю. Мне надо встретиться с тобой. Ну, давай завтра. Нет, сейчас. Так подожди же, мы только что с тобой. Я помню, у меня ребенок, а не амнезия. Что случилось? Ладно, хорошо, приезжай ко мне, главное, не волнуйся. Привет. Решили вечером добрать. Полегчало? Да не особо. Я просто подумала, а вдруг вы правы, и бег действительно исцеляет. Вот, решила полечиться от беспокойства. С дочерью поругались. Как вы догадались? Ну, я вас уже немного изучил. Да, мало того, что она беременная, а человек, который не хочет показывать мне на глаза, так она себя еще плохо чувствует. Я это лучше знаю, чем она. И я, понимаете, здесь совершенно бессильна. А хочешь, я с ним поговорю? Ну, серьезно, это правда как-то очень все странно. Номер телефона его есть? Да нет, у меня номера телефона. Я даже не знаю, как его зовут. А нет, знаю, Андрей его зовут. А работает где? А, ну да, в институте. Ну, может, к нему в гости сходить? Ты только скажи. Подождите, мы перешли на «ты»? Хорошо, давайте на «вы». Не надо на «вы», на «ты» так на «ты». Ладно, спасибо за предложение. Я сама справлюсь. Все-таки я мать как-никак. Все, у меня лечебный сеанс, я побежала. Пока. Кстати, неплохо выглядишь, молодец. Люся, у меня такое ощущение, как будто все это не со мной происходит. У Лерки анализы отвратительные. Чувствует она себя плохо. Пришел этот жених недавно к нам в гости. Меня, как обычно, дома не было. Народу меня вызвали. Ага.
Ругалась страшно. Ой, ну ладно, ну не застал он тебя дома. Ну, тоже мне трагедия, ну бывает. Главное, что он хочет на ней жениться, вот это вот молодец. Меня больше твой Андрей волнует. Все-таки мужик должен быть решительнее. И вообще, отстань от дочери. Какая странная, как я могу отстать? Вот ты хоть можешь убить меня, но все-таки ты должна быть счастливая. Потому что ты счастливая для Лерки гораздо полезнее, чем твои истерики. Ну какие истерики? Это не истерики, это нормальная реакция взволнованной матери. Матери, у которой совершенно нет своей личной жизни и которая отрывается на жизни своей дочери. Тебе легко говорить, ты счастливая. Ну послушай, ну я ж тебя очень сильно люблю. Только я могу сказать тебе правду. Вот возьми и займись собой. Понимаешь? Слушай, может мне позвонить ему самой, а? Вот это молодец. Прямо сейчас? Конечно. Пошли. Давай. Сам звони. Сам. Что тебе? Я возьму трубку. Конечно. А что сказать? Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет. Да, да, я в курсе этой истории с Настей. Мы же предполагали, что там. Слушай, давай об этом завтра поговорим на работе. Аня, я о другом хочу поговорить. Поужинаем сегодня? Сегодня? Да. Да, могу. Я поняла. Угу, до встречи. Что мне одеть? Утюг. Смотри. Так, вот это. Не-не, это тебя полнит. Угу. Так, а вот такое мое любимое, яркое. Убери, старомодный фасон. Убери. Не хочу видеть. Вот это мини. Это лучше отдай Лере. Да. Слушай, у меня только вот это осталось последнее. А вот это то, что нужно. Как он вовремя позвонил. Так устала переживать за Лерку. Просто хочется, чтобы кто-нибудь взял тебя на ручки. Может, извиниться с мертвой точки, а? У нее серьезная патология почек. Уже видны симптомы, анализы плохие. Возможно, осложнение в родах. Ты прости, что я тебя гружу. Нет, нет, все нормально. Я просто не знаю, что делать. Места себе не нахожу. Ну, это же обычно наследственное. У тебя что, были трудности при родах? Ты вроде никогда не говорила про проблемы с почками. А мои почки здесь ни при чем. Я вообще здесь ни при чем. Тогда я что-то не понимаю. Лера не моя дочь. Я ее удочерила. Никогда не говорила ей об этом, не собиралась говорить. Я же не знала, что она так рано начнет обрастать потомством. Еще черт знает от кого. Представляешь, я даже не знаю, кто ее жених. Какой-то проходимец лет 40. Подожди, я просто что-то я не понимаю, что Лера не твоя дочь? Нет, не моя. Ну, то есть моя дочь. Ну да, не родная. Ну, в каком-то смысле это даже, слава богу. Это, конечно, какое-то роковое обстоятельство, но теперь я думаю, это даже и к лучшему. Аня, дело в том, что тот самый Лерин, 40-летний проходимец, про которого ты сейчас рассказывала, это я. Мы с Лерой. Я честно тебе скажу, что я только недавно узнал о том, что она твоя дочь. Ну, то, что она не твоя дочь, а вот ты. Господи, это какая-то фантастическая история. Никогда бы не поверил в такие совпадения. Ты знаешь, единственное, что меня оправдывает. Я тебе честно скажу, у меня было много женщин.
Они были разные по возрасту, иногда они были одновременно. Я... Ты прости, что я тебе это все рассказываю. Я просто хочу, чтобы ты понимал, насколько для меня происходящее серьезно. Я действительно люблю ее. И мы с ней познакомились именно после того, как у нас с тобой... Ну, именно в тот момент у нас с тобой все приостановилось. Аня, прости, я сам не представляю, как это могло произойти. Я тебя позвал сюда именно для того, чтобы рассказать все это. Значит так. Лере ничего не говорим. Даже не вздумай. Она сейчас в тяжелом положении. И сама не понимает, насколько это опасно, если ко всему этому прибавятся еще и нервы. Это конец, она не перенесет. Да, да. Я все понимаю. Для меня Лера и ее состояние на первом месте. Вот и хорошо. А вообще все хорошо. Да? Что мы встретились, поговорили. Да, ты просто не представляешь, какое для меня это облегчение. Угу. Мне домой пора. Да, я провожу. Прости, заслужил. Согласен, заслужил. Поехали домой.